Всем привет! С вами Прия. Сегодня побеседуем на очень плохую на самом деле тему. Почему? Сейчас объясню. 7.2 выходит 29 марта. Казалось бы, это весьма хорошо. Мы начнем пораньше, относительно на неделю моей запланированной даты, проходить такие подземелья новые, как Каражан, верхняя и нижняя часть, в Мифик Плюс сложностях. Там собор вечной ночи, или как он там верно называется. Вот, но сам весь прикол-то в чем? Ладно, 7.2 выходит 29-го, с этим еще можно смириться, это все классно, круто и задорно, скажем так. О, с чего бы начать? Смотрите, мы хотели в эту неделю, которая будет с 29 по 5, позакрывать рекордики, потому что, ну, неделя наилегчайшая. Это кровавый, вулканический и укрепленный. Вот. Позакрывать конкретно на время. Все рекорды, которые сделаны на время, это полнейшее дерьмо. Можете делать вырезку и скидывать всем людям, которые делают эти дела не на время. Это не рекорд, это высер, мягко говоря. Мы хотели закрыть 30-й на время. У нас было все в этом плане. Шмот, мозги, руки, коллектив. Чтобы еще таких умных слов бы вам накидать, чтобы вы прям просто ахнули. Слаженность. Это самое главное. Но 7.2 выходит 29-го, и, скорее всего, аффиксы поменяются. И, скорее всего, 30-й уже будет не закрыть, потому что он будет тяжелее, чем текущий 30-й. Но 25-й при текущих, допустим, аффиксах на как следующей неделе, типа, можно закрыть. Как-то так. Текущая моя такая позиция на следующую неделю. Начиная со следующей недели, мы будем фармить все подземелья. Не только те, которые у меня были вписаны по типу только катакомбы, только утроба, только квартал или там только чертоги. Нет, мы будем фармить и каражан. Так что, если вдруг кому-то с недельного сундука выпадет ключ на каражан формата 7 и выше, давайте обусловимся так. Мы для начала протестируем 7-й ключ. Если нам будет очень легко, то тогда мы пойдем там 8, 9. Ну, типа такого, короче, вы меня поняли прекрасно, да? Вот. И уже с этого что-то будем решать, какие ключи мы будем фармить в патче 7.2. Пока что дело обстоит так. Верим, надеемся, ждем. Ждем среды, ждем ключей, ждем недельного лута. Закрывайте пятнашки на этой неделе, надеетесь также на максимальный лут сундука. Ну и не забывайте про еженедельное событие. Закрыв его, вы получите героический сундук с недели ночи. С какой-либо полезной шмоточкой. Вот такие вот планы у меня на следующую неделю. А в текущую неделю мы продолжаем фармить. Да. Мы никуда от этого не денемся, мы фармим, фармим и фармим. В ближайшее время запишу еще пару видосиков по какой-либо теме на 7.2, чтобы заархивировать мои текущие знания, скажем так. Ну и все будет классно, надеюсь. Мы, конечно, на самом деле очень расстроены. Суши, он человек, конечно, сам по себе агрессивный, веселый, но типа сейчас он просто сидит и плачет. Его там Тессарин своим чаем отпаивает, так что... Все плохо, я суицидится. До скорого.